в реальной обстановке были ли воздушные бои за последние годы? Слава богу, на самом деле реальных воздушных боев боевого применения, скажем так, по противнику не было. У нас отрабатываются пуски управляемых ракет по воздушным мишеням. Вот, и по земле бум метание, стрельба из пушки, пуск на... То есть только учебные задачи мы решаем. Спасибо. Есть предложение, вот там молодой человек в пледочке, рубашку, да, вот на нем очередь завершить. Пожалуйста.